Екатерина Соболь – современный российский писатель, автор книг в жанрах литературной сказки и подросткового фэнтези. Екатерина Соболь – литературный псевдоним Екатерины Николаевны Мерзляковой. Родилась Екатерина Соболь в Москве 23 июня 1988 года. С отличием закончила французский факультет Московского государственного лингвистического университета. Свободно владеет несколькими языками. Пробовала себя в качестве преподавателя, переводчика, корректора, сценариста. По ее сценариям сняты фильмы «Васильки для Василисы» и «Приключения экспоната». Как писатель, Екатерина Соболь стала широко известна благодаря циклу рассказов «Рождественские истории», которые в 2012 году вошли в лонглист премии «Дебют». Год спустя сказка «Ленивый полдень» вошла в лонглист премии «Новая детская книга» в номинации «Детские сказки». И еще через год представит уже сказку как синопсис для мультфильма. Екатерина вошла в шорт-лист «Новой детской книги». Мультипликационной номинации «Волшебный фонарь». В 2015 году Екатерина Соболь стала победителем литературного конкурса «Новая детская книга». Рукопись, впоследствии ставшая романом «Дар огня», заняла первое место в номинации «Мир фэнтези» и завоевала специальную награду подросткового клуба читателей фэнтези «Выбор Терра Инкогнита». В 2016 году издательство «Росман» издало эту рукопись под названием «Дар огня». Это первый роман, который вышел под псевдонимом Екатерина Соболь. Он положил начало фэнтези-циклу «Дарители». Волшебная история в духе Джоан Роулинг и Джон Рональд Толкина полюбилась не только подросткам, но и их родителям. Получила множество положительных отзывов. В 2016 году книга вошла в финал Международной детской литературной премии имени Крапивина. Также роман был включен в номинационный список премии «Интерпрескон». Кроме работы над циклом «Дарители», Екатерина Соболь работала и над другими проектами. В 2016 году рукопись «Вне зоны доступа», впоследствии изданная под названием «Мудрец 05», вошла в лонглист литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков. В 2019 году у Екатерины Соболь вышли две книги из серии «Анима» «Золотой стриж» и «Серебряный ястреб». В 2020 году выходит третья книга трилогии «Медная чайка». В 2021 году в издательстве «Росман» вышла новая захватывающая серия книг Екатерины Соболь «Тономор. Опасное наследство и призрачный сыщик». Третья книга захватывающей трилогии «Незримый враг» вышла в 2022 году. Книги Екатерины Соболь – пример увлекательной современной подростковой литературы, захватывающей, полной динамичных приключений, неожиданных поворотов и опасных тайн. Романы автора покорили сердца сотен тысяч поклонников фэнтези. И уже скоро от Екатерины Соболь выйдет новая книга «Год деревянного дракона. Городские фэнтези в корейском сеттинге». С любовной линией и детективными нотками. Познакомиться с творчеством Екатерины Соболь вы можете в нашей библиотеке.